Привет, зритель. Решила двух зайцев одним махом уделать. Ну, видео-то, наверное, это может быть будет отдельно. Чисто как завариваю. Видишь, у меня еще. Я сейчас снимаю прям без управления. Оно вот стоит на стативе. Тут колодец дракона. Зачем мне вот это? Вот знаешь, они такие вот, что ложкой-то их особо не наберешь. Даже для специальной, для чая. Да, благородный тремор. Тут-то у меня, конечно, уже насыпано приличненько. Ну, не то, что приличненько, еще можно положить. А потом я вдруг подумала, ведь можно было включить камеру. И показать тебе, как это делается. Лундин. Колодец дракона. У этой фирмы чай вообще средней парашности. Но именно колодец дракона был очень даже ничего. Причем я покупала колодец дракона от этой фирмы в коробочке, в красивой упаковочке. И он был как бы 30 грамм по цене, как эти 100 грамм. А по качеству был, будто ему 300 лет, он пересох и, ну, вообще, как земля. Вот. Чайник у меня скипел, но он как бы уже какое-то время стоял. Даже носик у него был приоткрыт. И он отдавал свое тепло этой квартире. То есть как бы не 100-градусной горячей водой это надо заливать. Не, конечно, можно и 100-градусной, но лучше все-таки 95 где-нибудь так. Вот оно заваривается. Если тебе интересно, то ты можешь потом посмотреть мукбанг, где я буду кушать, скорее всего, вот эту кашку. И запивать после ней, пить точнее, после того, как покушаю вот этот чай. Ну и чё, хочешь, зритель, вот таких видео, просто чисто как я что-то завариваю на камеру? Либо хочешь полноценно, чтобы я заварила, попила, а не разделила на два видео, или еще что-то. Ты можешь поделиться в комментах. Можешь, кстати, привет, Ульяна, спасибо тебе за поддержку канала на Бусти. Подписаться там на что-нибудь или на Бусти. Кинуть меня донатом на чай, как Ульяна. Ну или просто сказать в комментах, Лёля, типа, я вот хочу посмотреть, как там, какой чай ты завариваешь. Вместе с тобой, а не только с руками в камере. Ну и как бы, чё, пока тебе, зритель.